последние годы в Беларуси принят ряд мер по совершенствованию налоговой системы. Активно внедряется электронный документооборот, вводятся дистанционные формы обслуживания плательщиков, то есть вектор налогового контроля серьезно смещается в сторону проведения бесконтактных форм. Создание управления по работе с плательщиками – одно из них. В связи с изменением структуры Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь с 1 сентября 2018 года у нас создано новое управление по работе с плательщиками, которое занимается сбором и обработкой информации, а также сбор документов на постановку на налоговый учет индивидуальных предпринимателей, организаций, а также физических лиц. Также мы принимаем декларации на бумажном носителе, точно так же от физических лиц, предпринимателей и юридических лиц. Резюмируем. Во всех управлениях по работе с плательщиками проводится разъяснительная работа по вопросам применения налогового законодательства. Специалисты предоставляют услуги информационно-справочного характера, рассматривают обращения граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц и ряд других вопросов. Реформа ни в коей мере не повлияет на качество обслуживания плательщиков. Но есть еще один нюанс. С 1 января 2018 года у нас исключены две процедуры. Это регистрация книги учета проверок и выдача справки о состоянии расчетов с бюджетом. Управление по работе с плательщиками расположено в здании администрации Московского района по адресу Московская, 273, второй этаж. Телефоны для справок 41 22 59 и 41 24 75.